Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать Гонфлада совместно с Айроном. Трек называется «Вкус яда». Ну, тот, кто меня смотрит постоянно, знает, что мне нравится Гонфлад. Он как-то может иногда творить и что-то такое интересненькое делать. Надеюсь, что в этот раз он тоже что-нибудь интересненькое сотворил. Вкус яда, так сладок, мир пластик, досада. Остался осадок, хоть выпил все салпан. Ранит взглядом, не пробуй, не надо. И струны с натягом на шее протяги. Прошу в записках мысли вдруг, и кто-нибудь найдет. Это жить как ледник, успей кинуть бокалы лед. Свидание с тенью, сожалений меня дома ждет. Ведь даже в вашем муравейнике я одинок. Ты лети, лети, лепесток сквозь запад на восток. Смывая выше облаков, найди хоть там покой. Я слышу, для меня поет хрустальный небосвод. И вижу, будто сон твой полет и их исход. Расти, процветай, будет нелегко местами. Воды стерженены стали, разлетайся лепестками. Стань моими глазами, дай надежду, подай знак. Собрав все силы в кулак, я поборол свой страх. Плакали маслом иконы, вышел из кома на поиск искомого. Кто-то погоня за опытом, кто-то погоня за долларом. Я не люблю людей с гонором, сказать тяни, курю мегатон. От этих песней с голодом, скажи, пока звонит колокол. И в полуночных откровениях, без собеседника сжигаю остатки всех сожалений. Мне одиночество навеяло сладострастный напиток с примесью яда, но к сожалению. Вкус яда, так сладок, мир пластик, досада. Остался осадок, хоть выпил все залпом. Ранит взглядом, не пробуй, не надо. И струны с натягом на шее протяги. Вкус яда, так сладок, мир пластик, досада. Остался осадок, хоть выпил все залпом. Ранит взглядом, не пробуй, не надо. И струны с натягом на шее протяги. Если честно, не поняла, про что. Про что спел Гонфлад? Непонятно мне. Вот, ну, друзья мои, ну, что я хочу сказать. Ну, иногда треки, получается, у него такие вот... Я вообще люблю, за что Гонфлада? У него, как бы, интересно всегда вот переливы, и каждый трек, у него много-много разных изюминок, и они... Ну, в течение целого трека он все время меняется и что-то там. Вот. Здесь тоже вроде все это было, но мне кажется, как-то послабже этот трек у него вышел. Вот. Но не всегда должно быть хорошо. И вот и сам клип, что-то я не поняла эту анимацию. Я вообще, если честно, не очень поняла, что он хотел этим сказать. Вот. Поэтому поставлю-ка я ему троечок. Ну, в принципе, несмотря на тройку, я всегда уважаю творчество Гонфлада. Неожиданно для себя. Всем пока!